Красивая внешность – это только одно условие для конкурсанток. Девушка должна быть еще успешной и гармоничной личностью. Приветливость и доброжелательность тоже приветствовалась строгим жюри. Юным красавицам предстояло пройти конкурсы, такие как презентация, национальные костюмы, школа каждый день, конкурс-сюрприз и вечерние платья. Ты сигур есть? Конечно, это что-то. Красивое и необычное, и меня это радует. Я фарта эмоционал. У меня много эмоций. Я очень трудилась для того, чтобы реализовать данный проект. И очень благодарна тому, что я сделала и мои партнеры. И я могу сказать, что подружилась с многими благодаря конкурсу. Было немного сложно. Почему? Так как было мало времени для подготовки. И может, если было бы больше, получилось бы лучше. Жюри решило присудить всем участницам мисс Флорешт, но в разных номинациях. Мисс Интеллект, мисс Доброжелательность, мисс Изящество, мисс Нежность, мисс Прелесть, мисс Доброта. Мы сегодня жюри посоветовались, так как все были на одном уровне, и мы захотели, чтобы все стали мисс Флорешт 2014, но в разных качествах. Зрители старались максимально поддержать участниц и не жалели аплодисментов. Был замечательный вечер, меня переполняют эмоции, так как участвовала моя близкая подруга. Так как в этом году организовали впервые, хотелось бы, чтобы организовывали такие конкурсы ежегодно, и девушки имели бы возможность участвовать. Конечно, хорошо, что организуют, так как сейчас месяц март, месяц женщин, девушек, и я думаю, это хорошо, так как мы можем показать, какие мы супер. Такой конкурс был организован впервые, но по мнению организаторов, все удалось. Это был как подарок флорештянам к празднику 8 марта. Получилось хорошо, люди аплодировали, имели возможность забыть свои проблемы. Очень хорошо, организация на высшем уровне. Девушки доказали свою интеллигенцию и красоту. Для проведения конкурса красоты из местного бюджета выделили 1500 лей. Помогли спонсоры. Девушки получили не только ленты с титулами, но и ценные подарки.